Здравствуйте, друзья! Вы, наверное, заметили, если внимательно следите за нашими сюжетами, что вот, может быть, там из последнего десятка половина – это интервью с блогерами вот в этой нашей новой рубрике. Как-то так интенсивно пошло вот в какой-то короткий промежуток времени. И я сам под впечатлением вот этих разговоров и... Как-то мало времени, знаете, вот хотелось бы еще, потому что ребята интересные все такие, и симпатичные, и светлые такие, ну, в общем-то, вот прям болтал бы и болтал с ними, ну, что теперь делать, вот мы ограничены во времени, я стараюсь, чтобы больше часа у нас не выходило, но и меньше получаса у нас тоже ни разу не было, поэтому так вот, вот где-то от получаса до часа получается, и я хочу, может быть, вот в этом маленьком сюжетике поблагодарить всех, кто откликнулся и принял участие, и тех, кто еще откликнется, я надеюсь, но вот тех, кто уже был у нас в сюжетах, за то колоссальное удовольствие, которое я получил, разговаривая с ними, и хочу тех, кто смотрел эти сюжеты, тоже поблагодарить за комментарии хорошие, потому что столько тепла, столько, ну, как бы, доброго я вижу в этих комментариях. И я еще хочу сказать вот что. Значит, у меня там довольно много в личке сообщений от зрителей наших, которые советовали тех или иных, значит, блогеров показать вот в этой рубрике. И я хочу сказать, что те, кого вы видели, это люди, на которых... показали многие, очень-очень многие. Там есть такие ребята, вот из тех, кто у нас прошел, что чуть ли не каждый второй говорит, обязательно покажите вот, вот этих. Я не хочу там пальцами тыкать, чтобы не получалось, что одним больше, другим меньше. Но я хочу сказать, что эти ребята уже очень и очень популярные, любимые. И я сожалею, что раньше не имел возможности как-то с ними ближе познакомиться, потому что конечно, я вижу, что они есть, да, то есть вот видишь, там какой-то, ну, картиночка такая выходит там в поисках, иногда там кликнешь, посмотришь, иногда кто-то пришлет ссылочку, скажет, а вот там интересный разговор или что-то, и, конечно, я не живу в таком вакууме информационном, где не знаю никого, кроме там 3-4 человек, это не так, но я не знаю их достаточно близко, и, ну, для меня самого вот эти разговоры, там по часу, даже по полчаса, очень познавательные и очень важные, потому что я начинаю видеть то, чего не видел раньше. Я начинаю открывать для себя что-то и географическое, и как бы в ментальности людей. И плюс, знаете, как вот когда артисты там на сцене, там отыгрывают какую-то роль. Понимаете, это не то же самое, что он один на сцене стоит, потому что театр одного актера. Понимаете, он, есть взаимодействие между актерами. Это колоссальный кайф. Вот мы когда там с блогерами беседуем, это же люди, из которых не надо слово вытягивать. Они говорят хорошо, у них такая раскованная речь, они свободно себя чувствуют, не тормозят по ходу дела и так далее. Это невероятное удовольствие, я не знаю, ни с чем не сравнимое. Вот, так что у меня сложилось впечатление, что я немножко переборщил с темпом, потому что действительно вроде бы интересное что-то, и в то же время там в течение одного дня сразу два интервью и там по часу, и где же взять два часа за день-то, господи, и вот я чувствую себя виноватым, что я как-то во времени это дело не разнес немножко, вот, так что я буду более... планомерным в этом плане, то есть буду аккуратнее все расставлять, чтобы по времени вас не перегружать. Вот. И что же, до новых встреч с новыми блогерами. У меня еще очень существенный список есть, как бы неохваченных. Вот, так что я с нетерпением жду. И, ребят, если там что чего, значит, в личку пишите. Даете ссылочку на канал, я с удовольствием, значит, там тоже посмотрю, сконтактирую. Я не могу сказать, что
100% из того, что советуют, значит, я могу отработать, потому что есть разные соображения. Но в основном, за редчайшим исключением, как бы я вполне открыт. Счастливо!